В ефірі програма Відзеркалення. Я її ведуча Лариса Говина. сьогодні. Говоримо про благодійність, про розвиток Харкова і про те, яким чином бізнес може допомагати у цьому розвитку, нашому місту. Гость нашої студії це Олександр Фельдман, народний депутат України та меценат. Вітаю вас. Добрий вечір. Олександре Борисовичу, я, в принципі, анонсувала вже, що про розвиток і про Харків будемо говорити. Взагалі, ви дуже багато робите для Харкова. Що для вас, це місто? Чому так багато уваги ви приділяєте саме Харкову? Це ну, моє, моє рідний міст. Я здесь родился, вырос, я всю сознательную жизнь живу здесь. Я отсюда, я здесь, был в Яслях, в садике, в школе, отсюда меня родители провожали в армию. Сюда же я вернулся после армии, работал. И я думаю, что у каждого человека есть какое-то родное гнездо, деревня, село, город, в котором он подкатывает ком в горло, когда он попадает в определенные места, подходит к определенному дому, встречает знакомых людей часто в городе и так далее, и так далее. Надо любить свой город, тогда вся страна будет любима. То есть каждый должен любить э, все, но в, отдаваться тому, где он родился. Есть такая поговорка, где родился, там и сгодился. Я ее очень рано услышал и считаю, что... Э, вот все, что можно делать, надо делать для своего города. А у вас родина имеет полностью, так, харьковское коренье? Да, родители папы очень давно приехали из Одесской области, это еще, скорее всего, в 19 веке. А родители мамы из Кировоградской области, но дедушка мой ушел на фронт уже из Харькова, был жителем Харькова, погиб под Киевом при переправе Днепра вот э, все, вся моя родня э, жила и живет все, все в Харькове у меня младшая дочь папы уже нет Мама, я сказал дочери, извините, у меня младшая сестра, которая младше меня на 12 лет, у нее уже трое детей, у меня четверо уже внуков, у меня двое детей, у нас большая семья, и мы все живем здесь, и у нас никогда не было мыслей, даже никогда не было таких мыслей куда-то отсюда уехать. Как бы мы ни были успешны где-то, в любом случае тянет всегда домой, всегда хочется вернуться. с длительных командировок... С отпусков и так далее так далее хочется приехать к себе домой вот расслабляешься дышишь по-другому выходишь в вокзал аэропорта ты попадаешь как к себе домой вот вот к себе домой по-другому это не выразишь наверное. Наскільки ви взагалі можете оцінити, наскільки у вас типова біографія так для харків'янина, який народився у 60-х? Це школа, і армія і робота. Все це у Харкові відбувалося? Саме, саме правильне, найтипічніше школа, армія, робота. Роді хотіли, щоб я одразу після школи поступав в інститут. І мені, якби, це. Это... я все-таки хотел сначала поработать. Я все время хотел работать, и начиная с 14 лет, на, школьные школьных каникулах всегда старался подрабатывать. То почтальоном, то грузчиком. Так что я все время был в Харькове. Я також чула, что вы даже таксистом працювали. Это да, действительно я, кем я только не работал. И таксистом был, и уже говорил грузчиком, и обойщиком мебели, чем мы только не занимались. Очень интересная была работа. Я благодарен э, своей судьбе за, за то, что я никогда никого не слушал, что можно от армии уйти там каким-то образом, э, как говорили, откосить. Я очень рад, что я служил в армии. Многому очень научился. Научился терпеть. Научился э, ждать. Научился такому, ну как бы школа, школа мужчины, школа мужества, да. А таксопарк дал сумасшедшую возможность общения с людьми. Людей надо любить, людей надо слушать. Если ты открыт к человеку, улыбаешься и слышишь его, не просто делаешь вид, что слушаешь, а слышишь его, люди к тебе относятся совершенно по-другому. А були якісь цікаві випадки, можливо, ще до того, як ви почали займатися дійсно великим бізнесом? І, можливо, це також вплинуло на, ваш, на вашу подальшу роботу, на ваше подальше життя? Та ну як з кожним чеком є. У кожного чекає маса приключень, маса… Я не думаю, що все це можна розказати. Знаєте, я колись мечтав э, про книгу таксопарк, про нього столько рассказывали разные ані анекдоті різні ситуації. Ну, коли сам працював, я сам поработал, я понял, що своя собственная життя, свої собственные случаи ніяка книга передати не может. Якщо говорити про вже ера, яка пов'язана із початком вже вашого шляху у великому бізнесі. Чи пам'ятаєте ви свій перший мільйон і взагалі як все це розпочиналося? Абсолютно все помню. Абсолютно все помню. Я помню абсолютно всю школу, помню, помню армию, помню свои, как вы говорите, самые начальные шаги. Я уже говорил, что пробовал себя, работал достаточно много, работал сразу на нескольких работах. Я всегда был уверен, что мужчина это тот человек, который должен содержать свою семью, никогда ничего не просить ни у кого, а работать, работать и работать. Я был так воспитано. У меня мама учительница, 35 лет проработала в школе, работала по две смены, вела э, продленную группу. Папа всегда был на работе, работал тоже на нескольких работах. Был инженером, конструктором. С приводу э, вашего первого миллиона, а, первый, как все начиналось? Как начиналось? Ну, э, не было такого понятия, как первый миллион. Всегда была работа, Всегда-то что-то откладывалось, что-то опускалось на развитие. А когда в 1987 году постановление у Горбачева разрешили кооперативы, мой отец, светлая память, открыл кооператив в 1987 году. Я в нем немножко поработал, потом сам открыл кооператив. Начал заниматься ремонтом машин. Очень сильно у нас продвинулся этот вопрос. Мы не только ремонтировали, мы чуть ли не создавали машину заново. У нас там люди работали в горьковском автоза... на Горьковском автозаводе, а мы получали запчасти, тут делали, делали машины. Начали заниматься стройкой, начали заниматься... То есть пробовали, как и все в начале этого кооперативного пути, пробовали абсолютно все. Были попытки банковской деятельности, строительной, и, и торговли, и покупки, и продажи. То есть прошли с самого низа очень такой... І зучаючий длинний путь наверх. А... Ви, як вже в принципі, ваш бізнес і розвивався, і ви почали займатися благодійними проектами, благодійними програмами. У вас їх дуже багато, включаючи фельдманикопарк. Чи рахували ви взагалі колись ось скільки ви на, на це все витратили? Чи були такі підрахунки у вас? Ну я не можу сказати, що ми коли-то спеціально задавались. какими-то подсчетами. Это все начиналось, опять же, в 90-х годах, все начиналось спонтанно, с помощью каким-то инвалидным организациям, эти организации расширялись. Я думаю, что речь идет о сотнях миллионах за, за такой большой отрезок времени, за почти 30 лет. Но специально мы никогда, никогда не считали. Каждая законченная акция, она уже была закончена, и мы переходили к чему-то другому. Приходили идеи, приходили люди с идеями, и мы старались себя пробовать везде. А экопарк, он как бы э, саккумулировал все идеи практически, да, ну, в большую, но одну. И это же не зоопарк, это экопарк. В нем есть элементы зоопарка, но в нем есть большое количество научных программ, медицинских программ, э, осветительных программ, учебных, то есть мы стараемся сделать так, чтобы это было не место посещения одноразовое, посмотреть бегемота и уйти, а место постоянного времяпровождения. То есть у ну, нас такое место, как мне кажется, получилось. Место отдыха, место любви, место, где люди встречаются, особенно люди пожилого возраста, они приходят. Постоянно со своими внуками, и у них уже появились такие клубы для общения и так далее, и так далее. И он вообще начал развиваться на по каким-то своим собственным законам, как снежный ком. То есть приходят люди, предлагают какие-то идеи, некоторые на волонтерских э, началах остаются, некоторые просят проплатить какие-то вещи, которые они уже делали или сделали, а им теперь не это делать и так далее, и так далее. То есть процесс пошел уже, э, так как как мне кажется, необратимым образом вперед. У нас постоянные э, э, бэби бунты малыши рождаются, дополнительно настроить клетки, вольеры. Стараемся идти со временем, вольеры строить современные, где нет уже самих клеток, а есть большое пространство для, для жизни, для общения с животных. Пытаемся с теми животными, которые позволяют делать полный контакт и так далее, и так далее. Ну вот, примерно так. А наскільки взагалі багато? Ви сказали, що дійсно ось такі проекти у Фельдманокопарку, тому що я знаю, що є і програми реабілітації. Дуже багато діток вони приходять, вони спілкуються із да, тваринами. Це була ідея з самого початку, програма реабілітації животних і програма реабілітації дітей. Діти реабілітують животних, брошених, ранених, підброшених нам. Просто диких животных, которых у нас размножают для выпуска в природу, а животные реабилитируют детей. Они общаются с детьми, дети общаются с ними. У нас очень много программ неврологических так и так далее, и так далее. Конечно, коронавирус и упадок экономики сделал коррективы. Что-то у нас прикрывается, пока что-то мы не успеваем доделать. Но все это такой живой организм, он весь. Весь живе і працює со всеми, со нашим, в з всім, і в місті з нашим состоянням нашої країни, нашого міста, нашої економіки. Я знаю, що ви не дуже любите це запитання, але в принципі дуже багато людей вони запитують, навіщо взагалі вам екопарк, яка основна мета, тому що ви витрачаєте досить багато грошей на, саме на цей проєкт, але при цьому, наприклад, вхід безоплатний. Тобто усі люди можуть там прогулюватися безкоштовно. Ну, благодаря нам и зоопарк Харьковский тоже будет бесплатным ходом. Мы сделали еще много таких проектов, толчков, которые подхватывают не только в нашем городе, и по всей Украине. Я не стесняюсь хвастаться этому. Это очень здорово. Люди, людям что-то нравится, они привозят это к себе, делают, консультируются, мы продолжаем помогать. Что это для меня? Жизнь. Вот я уже не считаю себя большим специалистом там в движении предпринимательском, да, есть уже бизнес, есть уже люди, которые этим занимаются, есть работа депутатская, да, но есть и было всегда было с самого детства желание общения с природой, с животными, и когда появилась такая возможность, появилась территория, это как бы знаете мечта начала сбываться. Но эта мечта не, не разовая, ты что-то сделал, выполнил и все, а она постоянно действующая. Она все новыми гранями открывается, все новыми, новыми людьми, новыми возможностями. Появляются такие знания, которые раньше просто не приходили в голову от общения. То есть это прежде всего общение, это любовь, уважение, и, не знаю, это жизнь. Вот для меня это просто часть, часть моей жизни. І наскільки взагалі ось всі проекти, всі ідеї, які з'являються у фельдманокопарку, наскільки вони пронизані ось саме вашою родиною? Тому що я знаю, що бал Хризантем» – це також ідея вашої дружини. Наскільки ось да. ви це все вигадуєте? Я вже говорив, сім'я дуже велика, слава богу, і я дуже благодарен жені за бал Хризантем». Началось тоже с какой-то такой маленькой такой попытки, а уже 9 лет подряд мы собираем огромное количество людей. В прошлом году было, мы, через наш экопар прошло около 2 миллионов 400 тысяч человек. И львиная доля это были осенние, осенние праздники. Вы знаете, у него тоже было, как у любого человека, было масса интересов, масса, масса желаний, масса каких-то идей. А они сейчас вот все повернулись и сконцентрировались тоже. Мы уходим вдвоем, как на работу, она уходит рано утром. Это, это не шутка, это огромный организм, это 5000 животных, это огромное количество работающих людей. Это медицина, это кормежка. Даже бал хризантем. Если вы 2-3 дня не будете ухаживать за хризантемами, они начнут вянуть. Это надо каждый раз их подстраховывать, каждый раз это обновлять и так далее, и так далее. То есть я очень благодарен своей жене Валерии, которая в этой, в этой ситуации просто меня, не то что поддерживает, она некоторые вещи вместо меня и делает. Якщо говорити про фельдмани це в принципі такий проект відомий на всю Україну, і я також бачила, що є ідеї, що він може з'явитися і в інших містах України. В яких саме містах і чи будуть вони схожі на харківський фельдмани або буде будуть ці проекти вже відрізнятися якимось чином. Ну, я немножко хвастаюсь, то есть вы меня заранее простите. Я уже говорил, что многие наши идеи, они пошли, пошли дальше, они ушли не, с, с Харькова по всей Украине. На нас выходят главы областных советов, главы мэры городов, и нашу, нашу достаточно успешный опыт просят сделать у них. Но в первую очередь мы сейчас уже запускаем, в ближайшие недели, недели две, запускаем проект «Днепропетровский», потом следующий проект у нас «Львов». Одесса, Луцк. То есть на самом деле это проект, не, проект этот проект появляется там, где есть в хорошем смысле слова несколько сумасшедших, которые его готовы удержать, запустить. Подарить даже животных куда-то, это, это одна десятая самой проблемы. А, удер, а содержать, а кормить, а заниматься медициной, а заниматься размножением, а так далее, так далее. Но это огромный комплекс проблем. И когда мы видим, что люди готовы к этому, мы с удовольствием идем с ними. Но все равно это будет объединено в одно целое предприятие, которое будет заниматься... Своей основной целью экопарка ⁇ это реинпродукция животных, размножение животных, спасение животных как от домашнего насилия, так и от дикой природы. И эти вещи, занимаясь в разных областях Украины, это становится более успешным. Если вы делаете только в одном месте, то у, вас, у вас есть ряд ограничений. Вы не можете это сделать. Вы не можете поставить столько копытных, сколько вы, предположим, хотели бы. Да? Но в разных местах вы можете сделать парки во Львове и Парк Львов, предположим. В да? Днепропетровске это будет там огромная большая территория, там будут копытные. Да? В Киеве там будет какая-то другая э, другая составляющая и так далее. Но все равно они все объединены в одно знание, в, в одну. Специ... В одну конкретную специфику и, главное, любовь, уважение и безопасность, само собой. А желание поменять, заставить родителей внушить ребенку, что живое существо – это живое существо. Сделать то, что мы обязаны делать, то, что делается в европейских странах, начиная с детского садика. Там не, не, человек не приходит в, своего, в свою взрослую жизнь и начинает учиться. Он учится уважению к старшим, к любви к природе, к животу. Он начинает это делать с садика. То есть и, идея поменять ментальность, идея э, вернуть уважение к нашей стране. Мы многие вещи, э, как, как в, в экологии, не успеваем, не догоняем. И находимся очень-очень отсталой структурой в европейском я уже не говорю о мировом сообществе. И выполняя определенные действия, мы выполняем и нормативы эти. И мы под... не на словах, а на деле идем в Европу. А наскільки екопарк у гарному сенсі вплинув на ситуацію із захистом природи, на ситуацію із тваринами, тому що, наприклад, у вас є центр реабілітації рукокрилих? Дуже багато людей говорять, що дійсно почали ставитися по-іншому і до цього виду тварин, і взагалі якось більше любові з'явилося до природи. Всьом, наскільки ось змінилося? Нужно, все можна розказувати. Поэтому содержать, даже разводить летучих мышей, выпускать в природу тихо, не, неправильно. Надо объяснять, почему-то летучие мыши должны быть, как они влияют на людей, нужны ли они в природе, нужны ли они в нашей стране и так далее, и так далее. Начав заниматься одной проблемой, вы сразу вытаскиваете следующую, следующую, следующую. И мы получили очень высокую оценку наших коллег из Германии, Голландии, Венгрии, потому что мы запустили этот процесс. А летучие мыши, они все краснокнижные животные, абсолютно все. И они очень важная составляющая экологической системы мира. Они поедают такое количество москитов, гнусов и так далее, так далее что, которое нельзя переработать или уничтожить только химикатами. Поэтому летучие мыши, спасение лебедей, спасение животных, попавших в непростую ситуацию, попав под колеса автомобиля на дороге, капканы охотников, просто выброшенные, так скажем, не совсем правильными отношениями людьми на улицу и так, далее, и так далее. У нас сегодня содержится больше 150 кошек, какое-то количество собак. Да, мы провели все медицинские э, обследования и действия, которые надо было сделать, да? но мы стараемся на этом не останавливаться, а этих же животных стараемся трудоустроить. То есть их развозим по деревням, по селам, обращаемся к неравнодушным людям и раздариваем. Якщо говорити про ініціатив багато, є екопарк. Наскільки є підтримка з боку місцевої влади щодо цих проєктів, щодо вашої діяльності? Знаєте, ми давно махнули рукою. Ніякої підтримки не було ніколи ні від області, ні від міста. Доходить вже до абсолютного маразму. Ми в нас в немає ні одного автобусного маршруту з города. Ні з города, ні з області. То есть настолько легче людям было бы добираться не нашими автобусами, которые мы вынуждены были купить и их возить и ожидать их и возвращать их обратно, а сколько было бы системно работал бы город, перевозчики бы зарабатывали, платили в налоги, а у нас бы не были бы километровые пробки. В последний раз, когда было было открытие неделю назад, по-моему, да? Людям приходилось ставить машины за три километра от экопарка. Если бы были бы автобусы, если бы при... автобусы были бы рейсовые, этого бы не было. Но еще раз говорю, нам, были луч... нам бы главное, чтобы нам не мешали. А, мы уже, походу... уже научились жить так, в, в этих условиях, где мы можем рассчитывать только на самих себя, на людей, которые хотят что-то сделать для своего города, оставить что-то для своего города, поучаствовать в каких-то интересных программах. Ми вже сильні, ми вже сильні, слава Богу. Багато обговорень серед містян з приводу реконструкції харківського зоопарку. Як ви ставитеся взагалі до цього проєкту? Як можете його оцінити? Ну, реконструювати Харківський зоопарк треба було вже, звісно, давно. Це був дуже старенький зоопарк, зоопарк моєго дитинства, зоопарк дитинства моїх батьків і так далі. А другое дело надо ли тратить именно эти деньги на реконструкцию, если идея его наполнения, если, если продолжение в его развитии и так далее и так далее. То есть но ну, я думаю, что он будет возглавлен хорошими людьми и если наконец власть поймет, что надо дружить, а не конкурировать конкурировать в деле бесплатной помощи, это вообще смешно. Да, то есть в Харькове было бы 100 парков и 5 зоопарков. Каждый ходил бы, люди бы ходили, люди бы участвовали. Просто привлекать к этому надо наших харьковчан. У нас огромное количество людей, которые с удовольствием помогли бы. Надо правильно у них просить, правильно к ним обращаться. И потом не воровать их имена, а писать их золотыми буквами. И не строить объекты за свои деньги. Город не должен строить проекты по 50 миллионов в виде кафе или там, ресторанов, или туалетов. Это могут делать бизнесмены, которые гарантированно будут платить этому же зоопарку деньги. И, и город не будет нести бремя ни ремонтов, ни содержания, ни так далее, так далее, так далее. Я думаю, что реконструкция должна закончиться. Это будет еще одна изюминка города Харькова. Все, что есть хорошее, надо продолжать. Никогда нельзя... Мстить любому любимому городу или любимым э, людям нельзя. Говорить, что мы придем, по, то, по, то старое поломаем, как говорили раньше, а построим новое. В результате получается, что старое, может, и ломают, но нового ничего не строят. Я думаю, что Харьков нуждается в том, чтобы весь Харьков был парком. Весь Харьков парк. И у нас есть и люди для этого, и силы, и все-все-все. Ви під час своїх мандрів до інших країн, я знаю, відвідуєте часто саме зоопарки там, у цих містах, у цих країнах. Чи є у вас найулюбленіші і чому саме так? У нас вже вдома така є как бы, шутка, вже не спрашиваю, де ви в цьому році відпочивали, а я відпочиваю в зоопарках, куди мене возить муж. Да? Ну, звісно, ми приїжджаємо, в першу чергу біжимо дивитися, чим-то вчитися, чим-то ділитися. И я достаточно много зоопарков проехал, целенаправленно и в Северной Америке и в Европе. Вы знаете, нет такого понимания, что-то самое любимое. Везде есть своя душа. Если у любого объекта есть душа, он обречен на успех. Если занимается спустя рукава, сколько бы ни вкладывали денег, сколько бы ни тратили бы на него, как правило, это не стреляет. Но, ну, как правило, этими этим вещами занимаются такие все-таки люди добрые, отзывчивые. Маленькая Чехия, маленькие городки, и в каждом горо городке есть зоопарк, и в каждом поселке есть зоопарк. Он маленький, может быть, он ух но он ухоженный, в нем радостные люди, радостные звери и, и очень много туристов. Вы понимаете, что э, Чехия выжила в постсоветское время, все чехи это и говорят, на туризме с Европой. Бельгія, Голландія, Германія, всі поїхали в Чехію в зоопарки, В їх парки і повезли дітей. Туризм, внутрішній туризм треба розвивати. Якщо говорити вже про, наприклад, Харків майбутнього. Можливо, також і ви бачите, що має розвиватися і у нас туризм. Можливо, ще якісь напрямки. Яким ви бачите взагалі Харків у найближчі роки? Завернути то, що було у Харкові. научную славу, промышленную славу и не бороться за, второго, за, втор, за вторым городом Украины. Надо входить в один из самых современных, самых успешных городов Европы. Но город должен опираться на науку, как он опирался раньше. Город должен возродить свою промышленность. В городе не должно быть окраин, как я часто это говорю. В городе должны быть... Здоровые, улыбчивые люди, которые верят в будущее, которые которые не боятся, что уедут их дети куда-то. Нет э, пожилых людей, которые не знают, что они будут кушать завтра, как они будут оплачивать свою коммуналку завтра. Все-таки уверенность в завтрашнем дне дает самый главный импульс в развитии любого региона. Но бороться надо за уверенность людей в завтрашнем дне. А что нужно для того, чтобы все это реализовать? Работать с утра до вечера работать. Каждому на своей работе. И, может быть, какая-то должна быть взаимодействие улучшена между властью и бизнесом? Это залог успеха. Это, это должно происходить всегда а не выборочно перед выборами. Это должно происходить на регулярной основе. И э, те люди, которые несут деньги, несут идеи, несут какое-то э, новшество, они не должны стоять в очереди э, э, на прием, они должны бежать. И эти вещи моментально с колес реализовываются. Ведь у людей короткая очень жизнь. Они, надо успеть придумать, реализовать и воспользоваться своей идеей. То есть некогда ждать годами ответа, некогда ждать годами, когда придет к тебе лояльная власть или не лояльная власть, дадут тебе автобусы или не дадут тебе автобусы. Не надо тратить время на чушь. Вот надо много работать, надо любить свой город и надо верить в успех. За нас, вот наш успех, никто не будет верить. Когда человек верит в успех и делает эти две вещи, он обречен на успех сам. Я очень вам благодарю. Действительно, это очень важно, потому что сам бизнес, он и наполняет бюджет города Харькова. А из-за если есть бюджет, у нас есть возможность все Кроме бюджета, бизнес может потянуть огромное количество меценатских программ. Большое количество. Надо правильно... С ним работать. И когда строилась у нас филармония, огромное количество людей, и я в том числе, и мой папа в том числе сдали большие деньги на строительство филармонии. Только нас ни разу не приглашали на, 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 на открытие, на полузакрытие, полуоткрытие. И никогда не говорили о том, что мы дали миллион в самом начале. Это неправильно. Я сейчас не говорю за себя. Я говорю, что подход, принцип должен быть другой. Тоді люди будуть хотіти цього робити. Тоді будуть люди будут себе відсувати ну, не суучасниками, а як, ви розумієте, однією команду. От будут... вони будуть да, відчувати вот будут ми Харківчані. Ми Харківчані. Дякую вам за розмову. Я хочу нагадати нашим глядачам, що сьогодні у студії програми відзеркалення був Олександр Фельдман, народний депутат України та меценат. Дякую вам ще раз. Спасибо. Я з вами прощаюся. Миру, здоров'я, до побачення.